Наверное, ну, процентов на 30, не больше. А в чем вот заключается, как вы думаете, что самое важное для таких людей? Ну, мне кажется, удобство перемещения. И детям, инвалидам как бы тяжело подниматься по тем же ступенькам. И замечаю, что, ну, наверное, только в больницах есть, и то не всех, даже в учебных учреждениях. А что нужно делать максимально, чтобы им было комфортно, на ваш взгляд? Ну, опять же, те же туалеты. Возможно, обилие лифтов в каких-то зданиях, допустим, старые очень. Нужно, не знаю, цены снижать на жилье, как минимум, чтобы они жили в других домах, где есть лифты. И какие-то распоряжения дать каким-то дорожным службам, тем же предпринимателям, которые, ну, вот, держат магазины, аптеки. И если говорят о том, что за рубежом много инвалидов, а у нас нету, то у нас их нисколько не меньше. Просто наши инвалиды сидят дома и не имеют такой возможности выйти никуда. У меня сестра инвалид первой группы, колясочница после ДТП 10 лет. Поэтому вынуждены были переселиться в другое место. Выходит крайне редко. Элементарно даже вылечить зубы – это проблема. Не говоря уже ни о чем.